время много законов, коммунистские горизонты образования, для того, чтобы делали держанность коммунистской системы, как другие, наивысший цель, когда се сгубируем установление на данное опадание в зачетных коммунистов. Сдержанность коммунистской системы, как уже тогда коллекция поведала, се соочамо с довольно неугодными демографскими размерами, се прави, да število активного пребывальства ведно пада, на другой стороне па имамо тисте, ки дейанско уголявляю правите из коммунистского система, некако, че се нам ведно пач те številки се учили. Следва то помене, да дейанско ведно вече пач притисна нашу державну проръчун, и си се тука пач морамо заведат, да дейанско е потребно пач в тем тренутку неке. И в бюджет преко тега коммунистского система, озирава новега закона, коммунистским коммунистским образованием, некако поскушано дигнет упокоительну старост, се прави законско долучену старост. Кой друга родите, озирава ведла сподлуцка, где бы некако все заварванцы скорбудили, да бы по исполних тех зачетных, озирава поговорил за предчастную упокоитель, да се надали отлучило, да останет в заварванию, заварванию, пор, где наследный укреп, ки га некако предлага, ки га предлагам, озирам, ки же, ки е записан в тем новом законе, где правичнейшая размера коммунины, мислим, да вам тем, что кай краснее рекли, пор, нов начин устаевания, могуче би се тука оставил под едно из непредности тега нового закона, да некако дае можност всем тистим, ки же исполнили побои, за предчастную по старостную покупнину, да уголявил такой именованный 20% бонус. Он сказал, да уколек своей плачи користи от тих 20% тисте покупнины, ки бы им тогда припадали. То се прави нека награда за то, да все ти, за все тисте, ки останали в направлении. Други такшен укреп е сапо, озирамо морам се оставить следа предмери покупнины, ки смо рекли, да то е един из главных целей. Подмера покойнина, если известно, из лета 2000 подмерный отстоток пада. В лето 2000 и был 85%, в летошнем лето имало 79% подмерный отстоток. Че не была та новая покойнинская реформа спрята, была та подмерный отстоток пада еще напрей, как бы мне, да в лето 2022-2023 падает на 20-70%. Как то по мене, в смысле, ти подмерные отстотки по мене, да ко се вам изручуна покойнинство основа, глядя на то, да глядя на ваш час прибит за ворвание, то прави, че сте ли 40 лет за ворвание, да вы с лета 2023 имели 70,5% подмерного отстотка. Новый предлог закона, па тука е долучен да се дейанско то зацементира при 80%.